Как сообщили журналистам телеканала «Волгоград-1» в пресс-службе Главного управления МВД России по Волгоградской области, в Камышинском районе на трассе Сызрань-Саратов-Волгоград произошла очередная смертельная авария. 47-летний водитель на грузовом авто марки «Мерседес» выехал на встречку и столкнулся с фурой «ДАФ» под управлением 62-летнего водителя. В результате ДТП оба мужчины скончались на месте от полученных травм. Устанавливаются дополнительные обстоятельства трагедии.